Жители станции Выры Майнского района долгое время были заложниками ситуации. Несколько лет назад в населенном пункте сгорело почтовое отделение. Чтобы продолжать работу, весь персонал временно перевели в соседнее здание. Сотрудники и клиенты испытывали неудобства и мечтали, чтобы комфортабельное отделение почты заработало вновь. Такое было неудобство вот в этой комнатенке, в которой находилось наше отделение почты. Туда даже зайти, люди стоят в коридор, туда нельзя было зайти, ни что-то там подписать, ни отослать, ни посылку, ни почту. Очень там было тесно. Неудобством отныне пришел конец. На станции Выры появилось модульное почтовое отделение. Новый формат работы позволяет обслуживать клиентов сразу же после установки модуля. Достаточно подключения к электросетям и интернету. Мир сейчас очень мобильный, все сейчас мобильное. Людям нравится все мобильное, кроме, может быть, мобильных камер ГИБДД. Мы решили впервые в Ульяновской области смонтировать мобильное отделение связи и продолжать оказывать свои услуги. Почтовое отделение будет обслуживать 3 населенных пункта. Это порядка 1000 человек. Из них 121 – пенсионеры. Отделение связи вообще считается как социально ориентированным объектом, куда люди приходят не только получать пенсию, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, но здесь они приходят для того, чтобы получить какое-то общение между собой. И видим, что даже на небольшое количество людей такие почтовые отделения открываются. В модульном отделении работают 4 сотрудника, 3 почтальона и начальник обязательного пенсионного страхования. Работники уверяют, теперь Почта России будет работать оперативнее. Здесь сейчас все удобно. Специальный стол для операторов. У меня все здесь под руками. И клиенты будут приходить, специально для них стол. Будет им удобно. Теперь Почта России будет работать оперативнее? Да. Модульные отделения устанавливаются в рамках проекта «Почта России» по модернизации отделений почтовой связи для повышения качества обслуживания клиентов. К концу года в регионе появится еще один подобный модуль. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.